Привет! Продолжаем изучать линейку цифровых пианино компании NewX. Сегодня у нас на препарировании находится образец под кодовым названием NPK-10, призванный потеснить на полках музыкальных магазинов аналоги в категории до 40 тысяч рублей. Вы находитесь на канале Лютнер, меня зовут Дмитрий Остросаблин, погнали! Цифровое пианино NewX NPK-10. Данное устройство примечательно тем, что вобрало в себя лучшие качества продвинутых инструментов NewX, в числе которых современный процессор Dream 5708 и полифония на 189 голосов, которая по сути является для популярных моделей стоимостью до 40 тысяч рублей от известных производителей непозволительной роскошью. К примеру, в модели WK520 вы можете также обнаружить эти фишки, но стоимость модели выше почти в два раза. Обзор на инструмент WK520 мы на этом канале выпустили буквально пару дней назад. Можете глянуть вот там по ссылке и сравнить звучание, функционал и экстерьер. Перечислим главные качества модели NPK-10. Во-первых, это удачное соотношение с учетом низкой стоимости, качества звучания и удобства игры. За первое отвечает вышеуказанный проц, позволяющий выдавать до 189 голосов полифонии на 12 различных тембрах. Сейчас мы некоторые тембры с вами прослушаем, а основной же звук представлен сэмплами акустического рояля. Нажимает клавиши сегодня для вас герой прошлого ролика, маэстро Дмитрий Мамонов. За комфортное ощущение при игре отвечает молоточковый механизм клавиш с тройным сенсором. У данного цифрового пианино клавиши цвета слоновой кости имеют 5 уровней чувствительности. Настроить можно для любого пользователя. Вторым в списке качеств NPK-10 я бы выделил компактность. При весе всего в 10 кг этот инструмент можно без особых проблем брать с собой в поездке. Хотя это все те же полноценные 88 клавиш. Следующее – функционал. И поверьте, он здесь более чем внушительный. Присутствует, например, функция наложения тембров. Выбирайте понравившийся и получайте новое интересное звучание. Баланс громкости для каждого из наложенных друг на друга звуков можно регулировать. Помимо этого имеется знакомая нам функция разделения клавиш пианино на две зоны. Как равнозначные, в таком случае по умолчанию разделение происходит в первой октаве, так и неравнозначные, при этом точка разделения устанавливается вами в любом необходимом месте. Для каждой из зон вы можете выбрать свой тембр в пределах доступных 12. Также любую из зон вы можете повысить или понизить на одну октаву. Помимо ряда демозаписей, которые можно прослушать и даже поиграть под них, включены несколько ритмических рисунков в разных музыкальных стилях. При желании темп для каждого из них можно изменять по ходу действия.
Функция транспонирования позволяет двигаться на 6 полутонов вниз и на 5 вверх. Имеется также классная функция понижения или повышения стандартной частоты, за которую обычно принято считать ля первой октавы с ее 440 Гц. Диапазон изменений для данного инструмента от 415 Гц до 460. Имеется в NPK-10 и пара эффектов — хорус и ревер. Выбирать понравившийся можно из 5 видов реверберации и 4 уровней глубины хоруса. Вишенкой на торте является возможность соединяться по Bluetooth. При этом, как и в WK520, можно, скачав соответствующее приложение, играть под имеющиеся ноты или заливать свои собственные. Из вполне стандартных моментов для таких инструментов присутствуют выходы для двух пар наушников, USB-выход для использования в качестве MIDI-устройства, разъемы подключения комплектной педали демпфера и блока питания, а также разъемчик для возможности подключения трехпедального блока, который при желании можно приобрести отдельно. Несмотря на то, что мы не наблюдаем на панели управления большого количества кнопок, широкий спектр функций устройства реализован посредством определенных комбинаций как раз этих самых кнопок с клавишами. К примеру, переключение тембров происходит при нажатии кнопки Grand Piano и первыми 12 клавишами. От ля субконтр-октавы до соль диез контр-октавы. А менять темп метронома, комбинации кнопки самого метронома и клавишами до или ре октавы большой. Полный список функций и комбинаций клавиш для их активации вы можете найти либо в такой вот русскоязычной инструкции, которая заботливо предоставлена производителем, либо на вот таком вот плакатике, который при желании можно в качестве памятки повесить у себя на стеночке. Инструмент Nuex NPK-10 классный. Он компактный, экстремально доступный и обладает широким спектром возможностей. Рекомендуется как для начинающих, так и продвинутых пользователей, которые уже сегодня имеют возможность приобретения надежного инструмента, забежав всего лишь в ближайший музыкальный магазин. В следующих видео мы приоткроем завесу еще двух инструментов компании Nuex. Выход роликов не заставит себя ждать. Оставайтесь на этом канале или подписывайтесь, если еще этого не сделали. С вами была компания Lutner, меня зовут Дмитрий Остросаблин, пока!